Боже, милостью будь ко мне грешным. Создал меня, где ты и помил меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи. Прости меня, грешник. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувимы, и достойного большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинно Богородицу Тебя величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, силы честного житворящего креста и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного. Потому как ты благ и человеколюбец. Аминь. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. Не вели нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Став после сна, припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне всегда, и во веки веков. Внезапно придет судья, и деяния карт обнаружится, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему.
Сороковой псалом. Блажен, кто помышляет о бедном, о нищем. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. И он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово велело пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною. А меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливай душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Сермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетую хожу от оскорбления врага. Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорбления врага? Пошли свет твой и истину твою, да ведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости, Бога моего. Слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песни, спаси, и, припадая к стопам твоим, взываю к тебе. Не дай мне устать греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего,
И спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный и безгрешный день, Христе Божий. И спаси меня. Владыка человеколюбчий, встав после сна, я спешу к Тебе по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, иди в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель, Боже сил бесплотных, всякой плоти на высотах небесных живущей, озирающей долу земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, Твоим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость величих несказанных красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем. И садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. И освободи от всякого злого воздействия. Ибо ты благословенна от всех родов, и твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Галина, Ольга, Анатолий, Георгий, Станислав, Екатерина, Елена, Ким, Надежда, Наталья, Сергий, мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева радости, благодатная Мария, Господь с тобой, благословен ты среди жен, благословен плод чрева твоего. Ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови
принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, Патриария Якима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих друзей, всех православных христиан. Впадаем в Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, и силой Твоей дар им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все их грехи, вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную. Матерь нашего Бога, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувима, и несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Но и Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобной богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, заставь их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя, направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие телесное, душевное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего, свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Молитесь, Игнатий Тихий. Господи, помилуй самых духовных родителей сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Ирея Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбруси, Вадима, Зосима, Липи, Андрея, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священника, если угодно Тебе, Господи. Смири власти воинств Твоих, наведи страх Твой на них. И через них сотвори благое Церкви Твоей. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эльдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время.
Приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. В этот день сохрани от всякого рода зла и греха, от непосильных искушений. Господи, защити жилище наше и селение от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Борящего, Людмила, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, прищи добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые. И сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадович, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Анастасию, Евгения, Романа, Михаила, Анну, Нину, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика, и даруй веру истинную Христову, Самире, Тимуру. Обрати, Господи, поклонению Тебе, единому истинному Силю, Христу Богу нашему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, возли на угрозы врагов, на все пакости, какие они творят и лгут. Закрой их лживые уста, если угодно, примири их с нами, и в судный день не помяни их безумие. Посети благодетелей наших, воздай им добром всей жизни и в будущее. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда. И найди отступников, ушедших от Тебя. Михаила, Николая, Александра, Юлию и Максима благослови. Все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих, Раису, Льва, Виктора. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Посети болящих, пошли им исцеление, как угодно воле Твоей святой, Кирилла, Илариона, Алексея, Игоря, Надежду, Алевтину, Людмилу, Нину, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу человека. И сохрани наше сокровище в интернете, и книги, и здесь, и в пути. И через них найди новые души. И благослови трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Леонида. Хвала Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия, этот великий дар.
Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Господи, воздай вечность всем трудившимся над моей душой и возрастанием ее к Тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила, Иоанну, благослови в вечности. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими, аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, умудри правителей издавать добрые законы, дабы ли дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии, предстоящие святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Космай Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. И даруй веру Анфиму, Вениамину, устраши родителей за ложное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысл еретиков разруши, в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Феохла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера Надежда Львовь, Матерь София Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Ирина, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их, Боже, от всяческого поругания, избав от непокорства Галину, семейство Евгения, Надежду,
Людмилу и Анну. И прими нашу молитву, Господи, и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О Всевышний Создатель, Господь и Бог наш, и радость наша, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и смерти, и пролитой крови Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву. А всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Сергей Павлович, что тут у тебя за черный кругляшок? Кто-то пришел? Ни имени, ни фамилии, ни лица. Сразу предупредя о наших правилах, помоги ему выполнить их, чтобы точно свое имя, фамилия было и фотографию. Кто это пришел? Кадушкин. Не знаю, его ни надписи нет никакой. Это Ким. Аминь, спаси Христос за молитвы, братья. Так, Наталья Усатая, я вчера обознался, назвал Юлию, это вы были. Я там говорил, как чтобы одевались, показал на Елену Гладыщеву. А это ты была, красавица. Спаси тебя, Господь. Давно я не была у вас на молитве утренней. Ну, соскучилась. Вот, видите, как-то зашла Юлия Третьякова. И похожая, и она также одета благочестиво. Я сейчас рассмотрел тут сослепу-то одним глазом. Так, Елена, потом, когда все закончится, можешь зайти, тогда переговорим о том, что говорила-то. А то получится, как в кинофильме «Иеремия». Он говорит, вино использовал, да царя, который говорит, так а если отравлено, я отравлюсь, ты можешь отравиться, а царь не может. И ты такое же мне предлагаешь, давай на себе испытай, я на это не пойду. Хорошо. Слава Христу. Говорит, у меня лекарство есть, говорит, ну разбойтесь, я на себе при вас использую. О, как идут на что. Настраиваю. Павел вчера был. Да. Что я буду давать ему? Пропил все, я буду давать ему, он выйдет, да, нажрется. Так ему на аппарат надо. А мне только дело в аппарат. Сколько их ломал, ты все в пьяном виде. Аппарат. Потворствовать ему. Я сидел, молчал. Был там где-то, Мария звал, да что, у Себастьяна денег нет, у Марии нету. Женатый
Та, у той родствой, с которой живет, она ему никто. Нашли, я говорю, вам не стыдно, ничего, идите сюда. У меня телефон. Ни разу не звонил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь», том 29, вопрос 4014. Насколько оправданы упреки в адрес Антония Храповицкого за его якобы неправославное богословие? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Речь идет, как я понял, об искуплении, о Гефсиманской молитве и о томлении Спасителя. Для меня страшно касаться этой темы. Я никогда не выхожу за строку, написанную в Евангелии. Спасение было даровано кровью Иисуса на Голгофском кресте. Для доказательства этой истины могу привести десятки мест из Библии. Проповеди Антония были нестандартны, как бы с вырученным и прикровенным рассмотрением. Так, еще раз. Проповеди... Так, Господи, помилуй. Это Оля его остановила. Вычерный, он это слово не знает, и... Значит, это вычеркнутый там. Ну, вычеркнутый, то есть такое закрученное. Проповеди Антония были нестандартны. Как бы с вырученным и прикровенным рассмотрением и тем он интересен. Эй, остановись. Ты знакомый, давай по буквам считай. Вычурный, вычурный. Вычурный, да. А я выручный пришел, Господи, помилуй. Еще раз. Проповеди Антония были нестандартны, как бы с вырученным. Проповеди Антония были нестандартны, как бы с вычурным и прикровенным рассмотрением, и тем он интересен. Но повторять их я перед слушателями не буду, так как тут же сам бы их и опроверг. Вот пример на двух проповедях его. «О домоправителе неправды». Цитата. «Чтобы оградить себя от всякого недоумения, навеваемого поверхностным чтением всей притчи, должно прежде всего правильно понять слова Господни. Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Здесь Господь разумеет не только то земное богатство, которое приобретено обманом или воровством, а всякое вообще вещественное богатство, противопоставляя его богатству добродетелями и благодатью. Только такое духовное богатство есть богатство прочное, праведное. Это доказывается его дальнейшими словами. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? То есть, если вы, имея жалкое, неправедное богатство денежное, не послужили им Богу, то как Бог доверит вам истинное благодатное богатство, силу исцелений и видений? Подобное пишет и апостол Павел Тимофею. Богатых в настоящем веке, противопоставляет их богачам духовным, то есть святым людям, увещевая, чтобы они и прочие уповали не на богатство неверное, неправедное, но и прочее, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, истинным богатством и прочее. Скажут. Но если Господь под неправедным богатством разумеет и то денежное богатство, которое досталось истинным трудом или по законному наследству, то почему он приводит в пример несчастного управителя, который тайно раздавал чужое
чтобы потом кормиться у облагодетельствованных чужим добром бедняков? Ответ простой. Господь вовсе не хочет одобрить такого поступка нечестного управителя, если, цитата, похвалил, и если, цитата, похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, то это не было похвалой нравственного одоления, а похвалой иронической, похвалой ловкости бесчестного человека. Но Спаситель, как и в других случаях, так и здесь, приводит такой неодобрительный в земной жизни поступок, подобие которого в жизни духовной весьма одобрительно. Такова притча о судье неправедном, который Бога не боялся и людей не стыдился, и притча о женщине, сребролюбивой и неумной, нашедшей потерянную драхму. Подобно тому и здесь, вовсе не одобряя поступка неверного управителя, Господь предлагает слушателям научиться в духовной жизни той предусмотрительности, которую обнаружил управитель в земной жизни. Чье имущество он раздавал? Хозяйское. Чье же на самом деле и то имущество, которым владеем мы, конечно, Божие, а мы только временно им заведуем, пока живем на земле. А пройдет час смерти нашей и суда Божия, и Господь отнимет от нас это имущество. Итак, если мы только временные распорядители этого имущества, то зачем его беречь? Будем раздавать его тем, кто может быть для нас полезным. Когда Господь лишит нас земной жизни, а с нею вместе и всякого имущества, кто же эти приобретаемые неправедным, то есть вещественным или денежным богатством, друзья, которые, когда мы обнищаем, то есть умрем, могут принять нас в вечные обители? Это бедняки, которые своей молитвой об упокоении душ наших будут открывать нам двери Царства Небесного. Сии слова Господни направлены против отрицателей молитвы за умерших, то есть против протестантов всех видов. Этим словам Господним подобны и Павловы, дальнейшие после приведенных нами выше, в коих апостол учит Тимофея увещевать богатых, цитата, «чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, дабы достигнуть вечной жизни». 1 Тимофею 6, 18-19. Напротив, богачу, чуждому любви к бедным, Господь в другой причине угрожает внезапной смертью, вопрошая при этом, «так кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с теми, заключает свою притчу Спаситель, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Во всех сих изречениях Христа и апостола раскрывается та же мысль, что и в притче о неверном управителе. Именно то, что раздавать имение бедным есть не только дело любящей души, но и простого благоразумия. Имение это все равно у нас не вечное, оно даже и не наше, а Божие. Будем же его менять на вечное достояние через благотворительность. Иудина Лобзаня. Цитата. «Если вы желаете понять существеннейшие события земной жизни Спасителя и окружающих его лиц, в частности, события, связанные с судом или взятием кого-либо под стражу, то непременно ознакомьтесь с 17 главой Второзакония. Отсюда вы узнаете правило, коим должно было руководиться общество при задержании или карательном наказании виновных. Правила эти следующие. Казнь может присуждаться не иначе, как по показаниям двух или трех свидетелей. Второзаконие, 17 глава, 6-7 стих и книга чисел, 35-30. Цитата. «Рука свидетеля должна быть на нем прежде всех,
чтоб убить его, потом рука всего народа. Стих 7. Это правило о том, что свидетель должен быть и первым палачом. Введено, конечно, для того, чтобы удерживать людей от клеветы, так как если клеветник окажется и палачом, то подвергает себя сугубой мести от родственников и друзей убитого. Свидетели, предъявляющие обвинение, должны были возложить руку на голову обвиняемого. Так и поступили известные нечестивые старцы с безвинной Сусанной. Цитата. «Оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее и начали излагать свое клеветническое обвинение, заключив его словами. Об этом мы свидетельствуем». Книга пророка Даниила, 13:34-40. Так выполняли они повеление Божие Моисею об известном богохульстве. Цитата. «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». Книга Левит, 24:14. По-видимому, без этого судебного ритуала, то есть возложения рук обвинителя на голову обвиняемого, нельзя было предать человека суду. Вот почему слова Евангелия, некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук, Евангелие от Иоанна 7:44, не должно понимать как простой плеоназм в выражении. Эти слова имеют такой смысл. Спасителя хотели арестовать, но никто не решился выступить против него обвинителем и исполнить требовавшийся для сего судебный обряд, то есть возложить свою руку на его голову. Можно думать, что кроме этого обряда от свидетеля требовалось сознание собственной непричастности к греху, подобному тому, в коем он обвинял преступника. Такую мысль можно находить в том же повествовании Даниила о Сусанне. Смотрите, каким возгласом юный тогда еще Даниил потребовал себе право третейского суда по сему делу. Он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее!» Даниил 13:46. Отсюда становится понятным и требование спасителя к обвинителям жены, взятой в прелюбодеянии. «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Евангелие от Иоанна 8:7. Кстати сказать, в этом случае точно так же, как на допросе у первосвященника и у Пилата, Господь говорил и поступал в полном согласии с вышеприведенными постановлениями Ветхозаветного закона. Ибо когда удалились престыженные обвинители той женщины, то Господь не сразу отпустил ее, но спрашивает: «Женщина, где твои обвинители?» И заключает: «И я тебя не обвиняю, иди и впредь не греши». После приведенных изречений закона Моисеева можно видеть, как далеки от истины те толкователи, которые находят в этом событии пример отмены Христом ветхозаветного закона. Также далеко от истины и большинство учебников по священной истории в изъяснении события, поставленного нами в заголовке сей статьи. По их толкованию выходит, будто Иуда нужен был врагам Христовым для того, чтобы найти Спасителя без народа, и лобзание Иудина для того, чтобы слуги первосвященника могли узнать его среди учеников. Мне еще в детстве казались невероятными такие толкования. Неужели без помощи ученика-предателя стража не могла выследить в городе человека, окруженного 12 учениками и всего менее заботившегося о том, чтобы прятаться от кого бы то ни было? Неужели, чтобы указать одного из 12, нужно было прибегать к льстивому целованию, а недовольно было издали указать на него пальцем? Нет,
Все эти действия врагов Христовых становятся для нас совершенно понятными, когда мы знаем, что без официального доноса, соединенного с решимостью выступить обвинителем Христа перед народом, враги Спасителя не имели никакой возможности предать его суду и казни, и что предание его суду должно было сопровождаться возложением на него руки обвинителя. При всем этом Иуда не решился исполнить этот обряд во всей его точности, но, цитата, «предающий дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. А они возложили на него руки свои и взяли его». Марка 14, 44-46. Приведенные слова Иуды ясно показывают, что он предупредил своих сотоварищей о том видоизменении судебного приема, которое допустил по понятной робости и предоставил совершить его последним, что они и исполнили, возложив на Христа свои дерзостные руки. Впрочем, и они, по-видимому, решились на это не сразу. Я так понимаю двойной вопрос Спасителя. «Кого ищете? Это я». Это, что для исполнения ареста необходим был предварительный опрос личности обвиняемого, на что враги Христовы не решались. Тогда Господь сам помог им в этом, предварительно сказав им свою духовную силу и ничтожество своих врагов, повергших их в ужасе на землю. Что касается общего значения Иуды как предателя, то значение его именно как необходимого обвинителя и свидетеля явствует из Евангелия от Луки. Цитата. «Он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег». Лука 22:4-5 и Марка 14:11-10. Если бы дело шло только о том, чтобы найти Христа без народа, то стоило ли на это тратить большие деньги? По установленной цене 600 рублей, и чему было совершенно радоваться, эта радость Христовых врагов показывает, что заявление Иуды вывело их из большого затруднения, заключавшегося в том, что не находилось человека, готового предъявить на Христа какие-нибудь обвинения, возложить на него руки и свидетельствовать на него перед судом. Впрочем, и Иуда, выполнивший вторую часть своего обязательства не во всей точности, то есть заменивший лабзанием возложение рук на главу обвиняемого, третьей части своего обязательства вовсе не выполнил. На суде обвинителем не выступил, но, цитата, «Поверг сребреники в церкви, шед удавися». Нечестивые судьи Христовы были снова поставлены в затруднение. Они тщетно, цитата, «искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетеля». И прочее. Матфея 26, 59, 60. Тогда первосвященник, несмотря на упрек Христов за то, что спрашивают обвиняемого, а не свидетелей, Евангелия от Иоанна 18, 21, выйдя из терпения от неудачи свидетельских показаний, сам старается поймать Христа на словах, заклятием понуждая его к ответу. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И хотя Господь отвечает ему словами книги пророка Даниила о Сыне Человеческом, сидящем одесную силы и грядущем на облаках небесных, Даниила 7:13, но неправедный судья делает вид, будто не понимает изречения и проделывает комедию священного негодования, раздирает ризы и исторгает у присутствующих обвинение Христа в богохульстве, которое по закону Моисея подвергает виновника смертной казни. Левит 24:16.
Из всего сказанного видно, сколь потребно знать Ветхий Завет для того, чтобы понимать Евангелие. Не менее значение имеет такое познание для разумения книги Деяний и послания апостольских. Для примера укажем только одно событие – казнь Стефана. Цитата. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился». И прочее. Деяния 7:58-59. Неосведомленные читатели думают, что Савл должен был охранять эти одежды от воров. На самом же деле свидетели, самолично избивавшие Стефана, согласно букве 17 главы Второзакония, брали на себя ответственность за это не только перед родственниками казнимого, но и перед римским правительством, без разрешения которого они не имели права исполнять смертного приговора. Евангелие от Иоанна 18:31. Итак, они сложили свои одежды к ногам Савла, как вещественное доказательство своего убийства, в удостоверение тому, что они не отопрутся от допущенного самоуправства. Вот почему и Савл ссылался на то, что он стерег одежды, побивавших Стефана. То есть не от воров, а от их же владельцев, как на доказательство своего деятельного участия в этом событии. Деяния 22:20. Из всех этих сопоставлений новозаветных событий с ветхозаветными законами, и в частности с законами судебными, надеюсь, для читателей станет ясно, что лобзание Иуды не было делом издевательства, как думают многие, а выполнением, хотя и не точным, иудейского судебного ритуала. Но кроме того, эти сопоставления открывают нам, насколько возможно человеческому коварству самое ужасное преступление проводить как бы в рамках всей статьи закона, даже закона Божия. Кавычки закрыты. Антоний Храповицкий. Книга Сирахова, 40 глава, с 1 по 5 стихи. «Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей, будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками притчей. Он будет проходить служение среди вельмож и являться предправителем, будет путешествовать по земле чужих народов, ибо испытал доброе и злое между людьми». «Пусть попустительство не вхоже будет к вам, ни в малом, ни в великом окаянстве, от безнаказанности путают карман, чужой своим и погибают в пьянстве. А мы все охаем, жалеем беззаконных, не думая о завтрашних несчастьях, а уголовник угол здания ломом, краеугольная, взрывается на части. Так что же делать? Миловать? Казнить? Я здесь, увы, сторонний наблюдатель. По-мусульмански нож, как для козы, и сожаления о таких ни капли. С какой же жестокостью рубили и вешали на реях злых пиратов, дабы не обижали агнцев мирных, волкам придется за границу драпать. Что делать? Всем о Боге возвещать, о страхе Божием и праведном судище, что на злодеях есть незримая печать, и дьявол лев таких настырно ищет. Мы солью названы, от нас зависит вкус всего, что попадает слушателям в уши,
Нам соли в проповедь насыпал сам Иисус, и ничего той соли не встречали лучше. Настрой на долговечную программу, евангельскую веру заново явить, что ни в иконах, ни в мощах, ни в храмах, в краеугольном камне, как вещал Давид. У всех пророков строгости вино, рассвирепейшим, рассвирепевшим, буйным, оголтелым, грозит не чем-то, а гиенским дном, когда душа исторнится из тела. И лей прощенья кающимся слезно, неповрежденным с яростным вином, подать бы каждому, но многим слишком поздно, когда накроется вселенная огнем. 7 мая 2008 год. Игнатий Лапкин. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 30, вопрос 4097. Представители зарубежья поддержали ли Диомида или промолчали? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Смотря кого имеете в виду под зарубежными, есть те, кто по духу ближе к прежнему курсу зарубежной церкви, чем многие оставшиеся там. Диомид – совет Божий, с греческого. Цитата. Сегодня мною с благословения нашего настоятеля написано письмо Высокопреосвященному Владыке Лавру. Ваше Высокопреосвященство, позвольте отнять у вас еще несколько минут времени по вопросу в деле намеченного на май канонического единения РПЦЗ и МП. Это не будет простым повторением моих предыдущих писем, поскольку появилось новое, чрезвычайно важное обстоятельство. Позвольте напомнить вам, что я не противник диалога и сближения. Вы знаете, Владыка, что я изначально участвовал как историк в начавшемся диалоге РПЦЗ и МП на совместных конференциях в Венгрии и в Москве в 2001 и 2002 годах с целью способствовать объединению на основе истины, как было нам обещано архиерейским синодом РПЦЗ в послании от 29.06 по новому 12 июля 2001 года. К сожалению, в ходе этого диалога наши представители РПЦЗ постепенно поддались политическому напору структур ОВЦС, МП и отказались отстаивать истину, решив за нас от имени нашей церкви объединяться с МП на ее условиях, цитата, поскольку политику патриарха, какой он ни есть, поддерживает народ. Было сказано мне секретарем нашей переговорной комиссии. Но это не совсем так.
Известно много коллективных заявлений прихожан и духовенства Московской Патриархии в защиту попираемой истины с требованиями созыва поместного собора для рассмотрения накопившихся проблем. Например, последние два. Обращение к поместному собору и всем христианам Русской Православной Церкви. 3 по новому стилю 26 октября 2006 года и обращение к патриарху и архиереям РПЦ МП 28 сентября по новому стилю 11 октября 2006 года. Двоеточие. С 1994 года я живу в России и тесно сотрудничаю с такими прихожанами МП, как единомышленниками, с их духовенством, их средствами информации, участвую в их православных мероприятиях, например, в рождественских чтениях. Смотри мое выступление в 2007 году. Ссылка. Сайт rusidea.org. Именно чаяние этого русского народа я стремился отражать и как участник упомянутых конференций. Уже не раз обращался я и лично к вам, владыка, с просьбой учесть пожелания и аргументы этой благочестивой части церковного народа в России относительно соединения РПЦЗ с МП. Суть этих пожеланий. Соединение должно быть направлено на поддержку тех, кто сопротивляется тайне беззакония, а не тех, кто потакает ей и гонит сопротивляющихся, как запретили в служении достойнейшего отца Павла Бурова. Направлял и коллективное обращение 700 прихожан МП к зарубежным архиереям специально по этому вопросу. Тоже ссылка на сайт rusidea.org. К сожалению, никакого ответа этот благочестивый народ МП от вас не получил. И когда было объявлено ваше решение о предстоящем в мае объединении, вам было направлено из России немало посланий, но все они также остались без ответа. Опять ссылка. Не говорю уже о нас, вашей пастве приходов РПЦЗ в России, которые верили в ваше стояние в истине и не отделились в последние годы смуты, как это делали некоторые наши собратья, не поверившие вам уже тогда. После решения нашего синода РПЦЗ о предстоящем в мае подписании акта о вхождении в МП, мы, большинство верных ваших прихожан в Российской Федерации, живем словно в шизофрении. Мы видим всю духовную ложь этой предательской акции, не вами затеянной, владыка, и в то же время продолжаем вас вспоминать как нашего первоиераха, как и нашего Евтихия, как и нашего епископа Евтихия, которого патриархия уже приняла к себе в сущем сане. Но мы смиренно все еще поминаем и его, поскольку формально он все еще наш архипастырь, которого мы жалеем и молимся за его прозрение и за ваше тоже. Кто-то из нас вспоминает вас в надежде, что в последний момент вы с Божьей помощью осознаете весь ужас совершаемого и, как апостол Петр, трижды по минутной слабости отрекшийся от Христа, все-таки опомнитесь и сохраните верность Ему. Кто-то из нас смиренно ждет, когда исполнится мера творящегося беззакония, и ждет с чувством, что делаешь, делай скорее. Иоанна 3:27. И тогда нам придется стараться сохранить верность не вам, а нашей ранее общей истине, которую вы обещали нам хранить. Нам придется уже без вас хранить верность истине, общей с государем-мучеником
и нашими новомучениками российскими, с нашими подвижниками и свидетелями Иоанном Шанхайским, архиепископом Аверкием, митрополитом Филаретом, митрополитом Виталием и другими, отказываясь следовать за вами, уходящими от них. В чем вы подписываетесь в акте? И вот, не последний ли знак вам, посланный свыше по милости Божией? Сейчас в РПЦ МП произошло чрезвычайно важное событие. Его преосвященство Диомид Дзюбан, епископ Анадырский и Чукотский, обратился к народу и к церкви с откровенным посланием о тех проблемах Московской Патриархии, которые требуют созыва Поместного Собора. Неужели вы, первоиерарх русского зарубежья, которая всегда считала своим долгом помогать народу в России, откажетесь поддержать его требования, которые выражают чаяние подлинно церковного русского народа и которые не так давно отстаивала сама РПЦЗ? Неужели не могут архиереи РПЦЗ хотя бы сейчас и именно сейчас поставить условием соединения созыв Поместного собора РПЦ для обсуждения этих важнейших вопросов? Неужели вы не возвысите свой голос и не защитите этим мужественного архиерея от, несомненно, готовящихся против него карательных мер Синода МП и спрашивая ваших молитв? Раб Божий Михаил Назаров, 12 по новому стилю, 25 февраля, 2007 год. Книга Судей, 16:28. «И возвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить». Псалом 43:14. «Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас». С календарем себя не обкрадем, срывая листики, толкая бегунок. И с января, дрожа, срываем дерн, бежим, летим, не чуя пары ног. Неразрешимых тайн на перепутье не уменьшается до самых наших дней. Блинным витязям ли предстоит распутать, а может нам с компьютером видней? Одна из самых тайн неразрешимых есть тайна времени. Когда оно возникло? Как заглянуть в безвременье за ширму и ужаснуться? И оно погибло. Да, так, согласно Божьих словес, что времени уже не будет больше. Ресурс отпущенный и истрачен будет весь, и вынесен вердикт. Все в прошлом. Мой календарь, трубач и барабанщик, часам, минутам, месяцу, годам, как многими бесцельно он истрачен, на пустяки разменен, в макулатуру сдан. О, время, времечко, несущееся вскачь, две стрелки, две руки вздымает ввысь, душа моя, цени же время, плачь, благодари Христа и искренно молись. Лет 70 отпущено обычно, челнок же может раньше оторваться, и там, за гробом, час один поищем, там раскаяние действительно напрасно. Ни Новый год, ни наши дни рождения не могут вразумить несущихся к могиле. Нам безразлично, как тогда оденут, когда наш ствол безжизненный подпилен. Предупреждает грозно тихий календарь, сшибает спесь того, чей взгляд разумен. В заначке пусто, сколько там ни шарь, на благовестие обуйся, коль разутый.
11 ноября 2008 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Вопрос 4109, том 30. Тема «Русская православная церковь». Как же так получилось, что столько лет зарубежные архиереи все кричали о невозможности соединяться со стукачами КГБ в рясах, а потом вдруг и проблему сергианства сняли, как будто ничего того нет? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Объяснение в отсутствии страха Божия в предательстве. Совесть уже молчит, а утроба просит комфортной жизни. Цитата. Сегодня завалы остаются на прежних местах и в прежнем объеме. Разве что экуменическая активность спала, а русская православная церковь за границей закрыла на них глаза и готова заявить, что их нет. Точная дата исчезновения пока не установлена. Сергианство ни в коем случае нельзя ограничивать пресловутой декларацией о радостях. Декларация только верстовой столб, веха на 75-летнем пути. Сердцем, душою, мозгом сергианства, его альфа и омега является ложь во спасение, всегда бесстыдная, многоликая и многообразная. 15 февраля 1930 года митрополит Сергий и члены его синода дали пресс-конференцию для советских журналистов. Здесь были развиты и прокомментированы гнилые идеи декларации о радостях. Цитата. «Гонения на религию в СССР никогда не было и нет». Да, действительно, некоторые церкви закрываются, но проводится это закрытие не по инициативе властей, а по желанию населения, а в иных случаях даже по постановлению самих верующих. Репрессии, осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем порядке, как и к другим гражданам, за разные противоправительные деяния. Вопрос. Соответствуют ли действительности сведения, помещенные в заграничной прессе, относительно жестокостей, чинимых агентами советской власти по отношению к отдельным священнослужителям? Ответ. Все это сплошной вымысел, клевета, совершенно недостойная серьезных людей. К ответственности привлекаются отдельные священнослужители не за религиозную деятельность, а по обвинению в тех или иных антиправительственных деяниях. И это, разумеется, происходит не в форме каких-то гонений и жестокостей, а в форме обычной для всех обвиняемых. Кавычки закрыли. В 1942 году в издательстве Московской Патриархии был напечатан роскошный фолиант «Правда о религии в России» тиражом 50 тысяч экземпляров. Редактор митрополит Николай Ярушевич. Предисловие самого митрополита Сергия. Вот
Какая правда засвидетельствована Московской патриархией? Глава 1. О свободе религиозного исповедания в России. Подписано от редакции. Цитата. Декрет советской власти о свободе совести, о свободе религиозного исповедания снял тот же гнет, который лежал над церковью долгие годы. Освободил церковь от внешней опеки. Это принесло внутренней жизни церкви громадную пользу. Декрет предоставляет свободу и гарантирует неприкосновенность этой свободы всем религиозным объединениям. Величайшее благо для нашей православной церкви, что она перестала быть господствующей и в этом отношении, как некий рычаг самодержавной власти, связывать религиозную совесть других вероисповеданий. С полной объективностью надо заявить, что Конституция, гарантирующая полную свободу отправления религиозного культа, решительно ни в чем не стесняет религиозной жизни верующих и жизни церкви вообще. За годы после Октябрьской революции в России бывали неоднократные процессы церковников. За что судили этих церковных деятелей? Исключительно за то, что они, прикрываясь рясой и церковным знаменем, вели антисоветскую работу. Православная церковь сама громко и решительно осуждала таких отщепенцев, изменяющих ее открытой линии честной лояльности по отношению к советской власти. Когда, например, целая группа церковных людей во главе с бывшим ленинградским митрополитом Иосифом выступила с чисто политическими антисоветскими взглядами, пытаясь затушевать эти взгляды мнимыми каноническими расхождениями с главой церкви митрополитом Сергия. Патриаршая православная церковь сразу же приняла свое твердое решение, осудив этих церковников как раскольников, презревших и церковные каноны о подчинении своему главе и нарушивших божественное и апостольское учение о подчинении власти. Нет, церковь не может жаловаться на власть. Страница 21 по 27. По сей день Московская патриархия не назвала сергианство подлой и наглой ложью. Напротив, официальные издания патриархии не краснея именуют всю эту галиматью, цитата, «чистой правдой». Именно так, чистой, цитата. Одним из самых болезненных вопросов, вокруг которых разгораются сейчас споры отечественных экклезиологов, как профессионалов, так и дилетантов, является вопрос о пресловутом сергианстве. По упрощенной схеме, бытующей в леволиберальной прессе, демохристиан выходит, что с кончиной патриарха Тихона кончилось для русской церкви и время бескомпромиссного стояния в вере, а началась эпоха беспросветной лжевоспасения. Как можно было всерьез говорить о свободе церкви новомучеников, которой, цитата, «тьмы и тьмы и тьмы». Но как бы убедительно для внешних не звучал такой демократический возглас, дерзаем утверждать, человек, сказавший «Церковь в СССР свободна», сказал чистую правду, потому что церковь свободна всегда и везде. Сергий вырастил свой епископат, начало которому положили те всего-навсего несколько епископов, милостью Божией сохраненных и для земной церкви. Таким образом, отказ от сергианства, к которому нас усиленно склоняют как наши друзья из-за рубежа, так и отечественные ревнители благочестия, равнозначен отказу от своего
от всего нашего епископата и всего священства сплошь сергианского. Московский церковный вестник, номер 20, в скобках 38, сентябрь, 1990 год, издание Московской патриархии. Синод и собор РПЦЗ свободны согласиться с официальным органом Московской патриархии. Московским церковным вестником или отринуть панегирик сергианству. Но ни синод, ни собор не вправе вводить в заблуждение свою паству. Все в той же в декларации 1927 года митрополит Сергий и его синод засвидетельствовали, цитата: «Мы с нашим народом и с нашим правительством». Единство с правительством организационно оформилось сентябрьской ночью 1943 года в кабинете Иосифа Виссарионовича Сталина в Кремле и сегодня в 2003 году является краеугольным камнем Московской патриархии. 26 сентября 2003 года российские СМИ сообщили из Нью-Йорка, цитата: «Архиереи зарубежной церкви увидели во Владимире Путине русского православного человека и патриота». Но почему архиереи не вспомнили, что к Владимиру Владимировичу Путину ежедневно обращаются со словом «товарищ», «товарищ президент», «товарищ верховный главнокомандующий»? Архиереи знают, что товарищ Владимир Путин спокойно взирает на звезды Московского Кремля. Своим указом президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин утвердил красное знамя и слегка подправленный гимн Советского Союза. Большевики были лютыми врагами не только православной церкви, но и России и русского народа. Поместный собор в 1917 году называл кощунством захоронение извергов рода человеческого в центре Москвы у Кремлевских соборов. Недопустимо смешивать Россию с Советским Союзом, русский и советский патриотизм. Цитата. По словам архиепископа Марка, встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным можно рассматривать как, цитата, «основу для более плодотворных действий, которые в конечном итоге могут привести к единству Русской Православной Церкви за границей и Русской Православной Церкви, пребывающих пока вне евхаристического общения», сообщает агентство ИТАРТАС. Как такая основа сопряжена со, цитата, «смиренной молитвой, покаянием и братской любовью»? Ни агентство, ни архиереи не объяснили. 9 по новому стилю 22 октября архиепископ Марк сделал очень важное заявление к заседанию архиерейского синода РПЦЗ от 11 по новому стилю 24 октября 2003 года. Заявление содержит наивную, но страшную попытку намеренно ввести в заблуждение себя и других, сделать первый роковой шаг по пути добровольного принятия и усвоения сергианской доктрины «Церковь необходимо спасать ложью». «Коготок увязнет, всей птичке пропасть». Новая цитата. «Несомненно, — заявил архиепископ Марк, — мы с полным правом относились к Московской патриархии весьма критически еще 10-15 лет назад. Но за это время произошли коренные перемены, в том числе в количественном и качественном составе епископата. Явно начался и продолжается процесс оздоровления. Несомненно, архиепископ Марк отлично видит, знает и понимает,
что все прежние недуги Московской патриархии за последние 10-15 лет только усугубились. До юбилейного 1988 года, до так называемой перестройки, у всех апологетов сергианства было хоть какое-то хилое, мало для кого убедительное, но все же оправдание, что Московская патриархия, мол, плененная. Кое-кто относил к Московской патриархии и определение «гонимая церковь российская». Но в последние 10-15 лет, кажется, никто уже во всем мире не назовет ее ни гонимой, ни плененной. Она абсолютно ни в чем не изменилась. А, простите, еще раз. Тут смысл. Но последние 10-15 лет, кажется, никто уже во всем мире не назовет ее ни гонимой, ни плененной, а она абсолютно ни в чем не изменилась. С 1990 года не было ни одного поместного собора. Священники и миряне полностью лишены всякого голоса в церкви. Каноническая несостоятельность ныне действующей практики формирования Священного Синода Московской Патриархии была внимательно исследована и показана в историко-канонической и юридической справке архиепископа Ермогена Голубева. Кавычки открываются к 50-летию восстановления патриаршества в России. В 1967 году ни эта справка, ни все другие труды архиепископа Ермогена Московской патриархии не опубликованы и не изучены. Московская патриархия добровольно отвергает основной канонический принцип православного строя соборность. Не только коренных, но даже маломальски заметных признаков восстановления соборности нет. И в ближайшие годы не предполагается. Архиепископ Марк усматривает коренные перемены в Московской патриархии за последние 10-15 лет, кавычки закрыты, в количественном и качественном составе епископата. О количестве и качестве следует говорить раздельно. Почему и в каком смысле 150 сергианских епископов коренным образом отличаются от 100 или 87? Загадка весьма мудреная. Какие качественные изменения можно обнаружить среди высшего епископата Московской патриархии, в том числе среди постоянных членов Священного Синода, с которыми встречалась делегация РПЦЗ? Вопреки всем православным канонам, епископат в России формируется только синодом, который формирует сам себя. Епископы всегда назначаются и никогда никем не избираются. Архиепископ Ермоген указывал, что неканоничность такого порядка назначения епископов предельно ясна. Кавычки открываются. К сожалению, несмотря на то, что порядок избрания епископов является единственным каноническим порядком формирования епископата, несмотря на то, что его восстановил тот самый собор, который 50 лет назад восстановил и патриаршество, епископат и сейчас формируется у нас не каноническим порядком назначения, чем наносится определенный ущерб каноническому достоинству Русской Церкви. Нужно констатировать, что порядок назначения епископов, помимо своей неканоничности, неизбежно приводил на практике к назначениям на высокие церковные посты лиц заискивающих, угодничающих, мало пекущихся о церковном благе. Кавычки закрываются. По сей день Московская патриархия не осудила ни одну такую хиротонию. Не только коренных, но вообще никаких канонических изменений в формировании епископата в Московской патриархии за эти годы не произошло.
оно было и остается канонически порочным. В качестве иллюстрации можно только вспомнить, что несколько самых соблазнительных и грязных скандалов, которые с нескрываемым злорадством смаковали российские СМИ в последние годы, были связаны с именами архиереев, рукоположенных после 1988 года. Таких скандалов было не менее 10, число достаточно большое с учетом числа хиротоний. Речь шла и о недопустимой грубости, о хамстве, вплоть до рукоприкладства, о коррупции, о различных извращениях и непотребствах. О них же срамно есть и глаголоти. К сожалению, ни один случай не стал предметом разбирательства гласного церковного суда. Еще одна маленькая иллюстрация. В конце 1991 года, в начале 1992 года были опубликованы документы, неопровержимо свидетельствовавшие, что многие, сохраним вежливую формулировку, высшие иерархи Московской патриархии, матерые стукачи, КГБшники с многолетним стажем. Специальная комиссия высшего законодательного органа России, Верховного Совета, направила в Священный Синод документы и официальный запрос. Цитата. Комиссия обращает внимание руководства РПЦ на антиконституционное использование Центральным комитетом КПСС и органами КГБ СССР ряда церковных органов в своих целях путем вербовки и засылки в них агентуры КГБ. Так, по линии отдела внешних церковных сношений выезжали за рубеж и выполняли задания руководства КГБ агенты, обозначенные кличками Святослав, Адамант, Михайлов, Топас, Нестерович, Кузнецов, Огнев, Ясауленко и другие. Характер исполняемых ими поручений свидетельствует о неотделенности указанного отдела от государства, о его трансформации в скрытый центр агентуры КГБ среди верующих. Через посредство агентуры держались под контролем международные религиозные организации, в которых участвовала и Русская Православная Церковь, Всемирный Совет Церквей, Христианская Мирная Конференция, Конференция Европейских Церквей. Издательский отдел Московской Патриархии контролировался агентурой КГБ. В отчетах 5-го управления КГБ СССР по линии издательского отдела постоянно упоминаются агенты Аббат из иерархов и Григорьев, часто ездившие за рубеж и, очевидно, занимающие высокие посты в этом учреждении. Несомненная вина в сложившемся положении на КПСС и подотчетных ей органах государства. Но несомненно и то, что сами религиозные объединения не знают всей правды о своих сотрудниках. Комиссия считает, что лучше, если верующие сами найдут способ очищения от привнесенных антиконституционных элементов. Но, к сожалению, руководство церкви до сих пор не высказало официального отношения к проблеме своей деполитизации. Референт патриарха Алексия II дьякон Андрей Кураев объявил публикации о материалах комиссии гонением на церковь и даже триумфом самого КГБ. Московские новости, номер 10 за 1992 год. Однако архиепископ Вильнюсский Хризостом по существу опроверг диакона Кураева и рассказал о своем 18-летнем сотрудничестве с КГБ. Российская газета, номер 52/388 за 1992 год, страница 7.
Комиссия выражает надежду, что русская православная церковь сможет преодолеть тяжелое наследие прошлого. Кавычки закрытые. На архиерейском соборе 1992 года было решено организовать комиссию из 8 молодых архиереев, рукоположенных после 1988 года, как предполагалось, никак не связанных с ЧК ГПУ, НКВД ККБ. Председателем комиссии был избран очень молодой и чрезвычайно активный епископ Костромской и Галичский Александр. Комиссия в пути лица своего, не покладая рук, трудилась 10 лет. Епископ Александр регулярно заверял всех интересующихся, что проделана громадная работа. Изучены чуть ли не тонны документов. В ближайшее время будут сделаны и опубликованы сенсационнейшие выводы. А в июне нынешнего 2003 года выяснилось, что комиссия была мертворожденной, что она вообще ни одного раза не собиралась и никакие документы не изучала. Зато очень энергичный епископ Александр, перепрыгнув через головы 24 собратьев старших по хиротонии, очень скоро стал архиепископом. Надо полагать, не в последнюю очередь, за успешное руководство комиссии. Священный Синод умеет ценить преданных и сообразительных. Ни одна поместная церковь не застрахована от появления в ее рядах недостойных священнослужителей, диаконов, священников, епископов. Но если она имеет твердую волю оставаться здоровой, отсекать больные члены, она должна идти святоотеческим путем во всех, даже самых трудных обстоятельствах, говорить правду, как говорили ее святые евангелисты, уповать на раскаяние и на милость Божию, как уповали апостол Петр, гонитель Савл, блудницы, мытари и разбойники, а не на хитрое сплетение словес о количестве, которое, согласно учению диоклетического материализма, переходит в качество. Не уповать на, цитата, явно начавшийся и продолжающийся процесс оздоровления, который не разглядеть даже в самый сильный электронный микроскоп. Оздоровление Московской Патриархии существует только на бумаге. О нем высокопарно разглагольствуют с сентября 1943 года. На всех юбилейных соборах, ассамблеях, конференциях, на всех приемах и застольях в самых фешенебельных ресторанах Москвы, Киева и Петербурга. Если уж сама глава делегации РПЦЗ, архиепископ Марк, в официальном заявлении архиерейскому синоду поднял эти далеко не праздные, жизненно важные вопросы, необходимо ответить на них честно и недвусмысленно. Первое. По каким причинам РПЦЗ относилась к Московской Патриархии весьма критически еще 10-15 лет назад? Второе. Можно ли утверждать, что Русская Православная Церковь за границей относилась весьма критически с полным правом, или это было ошибкой, следствием дезинформации, распропагандированности епископата РПЦЗ, как выразился в интервью патриарх Алексий II, следствием консервативности и косности мышления зарубежных иерархов и так далее. Выступая 3 года назад на рождественских чтениях, патриарх Алексий II заявил, что иерархи Русской Православной Церкви за границей находятся под контролем секретных спецслужб, поэтому они не свободны. Поэтому отношения двух церквей не меняются к лучшему, и о перспективах объединения не приходится говорить.
Это говорит человек, который по сообщению российских СМИ был удостоен специальной грамоты КГБ СССР за подписью шефа КГБ В. Крючкова за 30-летнее плодотворное сотрудничество. Зарубежные гости преподнесли в дар патриарху Алексию икону подвижника благочестия 20 века Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, причисленного к лику святителей Русской Православной Церковью за границей. Мне кажется, что одновременно следовало поднести в дар икону священномученика митрополита Петроградского Иосифа и других иосифлян. Московская патриархия причислила к лику святых многих новомучеников и исповедников, но мы не покаялись перед ними, не попросили прощения за 70-летнюю клевету и лжесвидетельство на них. Нужно сказать правду, нужно покаяться в 75-летней лжи. Лучшие основы для братского диалога, чем молитва, покаяние и братская любовь, не существует. Из интернет-журнала «Верность», номер 77, двоеточие. Добавим из этого же журнала «Верность» несколько отрывков из книги протоиерея Георгия Эдельштейна «Записки сельского священника». Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 2005 год. 31 октября 1991 года газета «Известия» писала: «Генерал подтвердил причастность бывшего совета по делам религии и некоторых служителей культа к КГБ, сообщил о существовавшем некогда в структуре идеологического управления КГБ так называемого отдела Z, курировавшего церкви». Это говорил заместитель нынешнего шефа КГБ генерал Николай Столяров. Генералы подтверждают, что КГБ назначал руководителей религиозных организаций, а Московская патриархия отрицает очевидное. Стыдно признаться, но сегодня КГБ более открытое и более правдивое учреждение, чем Московская патриархия. В 1979 году я стал священником, и мои собратья принялись методично втолковывать мне, словно азбучную истину, что в стукачестве, в тайном доносительстве на брата своего нет ничего зазорного. Необходимо только быть благородным стукачом, стукачом-джентльменом, соблюдать стукаческий кодекс, первый параграф которого гласит, что ни в коем случае нельзя называть священнослужителя-доносчика стукачом, нельзя даже шепотом признаваться, что этим грязным ремеслом промышляют многие наши архипастыри и пастыри. Нельзя признаваться, чтобы не дискредитировать церковь и не соблазнять малых сих. Теперь эти прописные истины мне стали втолковывать американские, из Американской православной церкви редакции, историки, особенно ревностно профессор Д. Поспиловский, протоиерей Д. Константинов, епископ Василий Радзянко. Дело в том, что в прошлом году я нарушил правила хорошего тона и написал в одной из своих статей, цитата: «Более 2 лет назад в независимой печати в нашей стране и за рубежом были опубликованы конфиденциальные доносы митрополита Алексия, хранившиеся в архиве Совета. Они хорошо известны, если не всем, то большинству членов собора. Но ведь ни один из 330 делегатов не посмел вслух заявить, что человек, к которому обращаются ваше святейшество,
ни в коем случае не может быть стукачом. Не просто не посмел встать и сказать, но, пожалуй, и в голову никому такая шальная мысль не пришла. Доносительство глубоко въелось в нашу плоть и кровь. Донос на брата стал для нас обычным повседневным занятием. Вот для чего неустанно трудился КГБ, вербуя, возможно, больше священнослужителей в сексоты. Вот к чему он стремился. Им не нужны были наши рассказы и отчеты. Им нужны были наши души. Русская мысль. Париж, 1990 год, 8 июня, номер 3831. Мне очень жаль, что никто из моих оппонентов не захотел обратить внимание на центральную мысль, на сакральный аспект акта доносительства. Повреждение души доносчика. Нельзя заключить сделку с дьяволом на 17% души, чтобы спасти остальные 83%. Мои критики переводят проблему в совершенно иную плоскость. Они категорически отказываются от разговора о доносительстве или лжесвидетельстве как социальных феноменах новой общественной формации, именуемой первой фазой коммунизма, о лжесвидетельстве и доносительстве как признак сергианства. Они отказываются рассматривать самих доносчиков и лжесвидетелей, как закономерное порождение сергианства, но употребляют все силы на распределение религиозных деятелей по шкале более или менее добросовестно сотрудничающих с, цитата, заинтересованными внецерковными организациями. Доводы апологетов Московской патриархии в пользу стукачества не могут не принести человека в ужас. Вот, например, еще возражение. Они, справки Г.Э., говорят о том, что в бытность свою митрополитом нынешний патриарх доносил или осведомлял о деятельности митрополита Пимена, в то время будущего патриарха. Не может ли указать нам отец протоиерей в СССР таких церковных деятелей высшего эшелона, которые были бы непричастны к подобного рода деятельности? И разве не знает отец протоиерей, что подобного рода деятельностью занимаются в СССР буквально все духовные лица, ставшие объектом любезного внимания органов государственной безопасности? Протоиерей Дмитрий Константинов, церковные полемисты антицерковного направления, «Русская жизнь», Сан-Франциско, 1992 год, 18 января. Мне кажется, что из подобных фактов следует только один вывод. Если все церковные деятели высшего эшелона доносчики, как утверждает протоиерей Д. Константинов, виновата система. Это система, сложившаяся при митрополите Сергии. Отсюда и не очень хороший термин «сергианство», которым мы вынуждены пользоваться. Развившаяся и укрепившаяся при его преемниках и пышно расцветшая в последние годы глубоко порочна. При такой системе постоянным членом Синода и тем более патриархом Московским и всея Руси может стать только лукавый лжесвидетель, только многолетний секретный сотрудник органов государственной безопасности. И что особенно важно, его совесть непременно должна быть полностью освобождена от сознания страшной порочности и гибельности доноса. Самые выдающиеся и смелые, согласно Д. Поспеловскому, требуют, чтобы мы все ясно осознали, что все до единого в церкви таковы. Все доносчики, все стукачи, все скованы единой цепью. Если все, то значит это норма, не патология.
Просто нужно быть умным и хитрым доносчиком. А перестать доносить даже самому выдающемуся и смелому не осмелится. Апологеты стукачества, словно магическое заклинание, повторяют давно утратившие всякий смысл формулы. Вынудили, заставили, должны были. Это очередное мифотворчество. Заставить можно одного, двух, трех, но не всех. Когда утверждают, что митрополита Сергия заставили подписать его мерзкую декларацию с говорящим, легко согласиться. Просто нужно сделать вывод, что митрополит не был свободен, и декларация утратила всякую силу. Она не является церковным документом, это продукт совместного творчества краснопоповцев с ГПУшниками. Но чем угрожали членам Синода, проводившим лживый пропагандистский форум 1982 года за спасение священного дара жизни? Чем угрожали членам Синода, подписавшим послание к 70-летию Великого Октября? Чем вынудили митрополита Алексия, нынешнего патриарха, взахлеб расхваливать Брежневскую конституцию? Что вынуждает православных священнослужителей идти сегодня трудиться в филиал КГБ, отдел внешних церковных сношений? Шаргунов. Автор этого всего вышесказанного. Пророк Иеремия 20:10. «Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему». Деяния 24:13. «И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Псалом 9:29. «Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным». Даниила 6:11. «Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим». Тоскует мать по умершему сыну. Ее пытаются утешить, приласкать. Но почерневшая от горя на холстину роняет слезы жгучие. Она же мать. Воспоминания дочери о любящем отце за сердце тронут даже незнакомых. Не о живом слова хорошие, а не о мертвеце или о том, кто еле дышит в коме. У верующих во Христа и в воскресенье надежда непостыдная, что будет встреча. Мы завалились трупами, по кладбищам засевы, воспоминаем тоскою горе, воспоминанием тоскою горе не излечим. Припомним Лазаря, гниющего в пещере, его чудесное от пут освобождения. Не надо думать, будто смерть расщедрилась, она не выпустит богатого и бедного. Но Иисус есть победитель смерти и разрушитель адовых твердынь. Мы начинаем мыслить не по здешней мерке. Он может жизнь отшедшим возвратить. Что толку в скорби и в воспоминаниях, когда в конечное уперлась мысль плотская? Не верит в то, что эта плоть восстанет, Бог Иегова верных нежно приласкает. Сочувствуют в некрологах и помнить обещают, что будто умершие навеки в их сердцах, а сами смертные и рядом дом дощатый,
Уж это-то они не будут отрицать. Лишь только верующий правильно хоронит, он молится Творцу, ходатайствует слезно и не отрицает, что сам стоит на кромке. Час раскаяния, да не придет к нам поздно. Мы провожаем умерших, на время расстаемся. Евангелие нас, сыновне, утешает. Пожнутся в судный день поля, погосты. Сердцами слушайте, не только лишь ушами. 31 октября 2008 год. Игнатий Лапкин. Ошибочка какая-то. 3107. Так, ну на сегодня все. Спаси Христос. С Богом. С Богом. Отошел. Кто тут черным пятном? Ты живой, кто был-то? Ну-ка пусть покажется. Это Ким. Вы с ним общались уже. Ну какой Ким? Ну-ка давай. Какой? Ну-ка давай. Покажи его. Что, забыли? Ким, вы нас слышите? Ответьте. Власти. Власти. О, он где-то в подполье. Он где-то в подполье. Микрофон включите, Игнатий Тихонович пообщаться с вами хочет. У меня открыт он. Ким Ир Сен был такой, Ким. Корейский руководитель, друг Сталина. Ну, это значит, его может родственник. Так, ну помогите или одна фамилия вылезти. Он молчит что-то. Ну вот надо, чтобы в следующий раз так предупредите. Если не будет фотографии, просто отключить. И тогда он сразу подключится, если нужны мы. Ничего нет, черное пятно. О, хорошо, я тогда, Ким, я вас сейчас пишу, если вы нас вдруг не слышите, уснули или отошли. Я вам напишу, чтобы. Я ему писал, он говорит, что у меня нету друзей, которые бы поставили камеру или поставили бы фотографию. Фотографию любой школьник может поставить, так что это... Не верим мы вам, что вы не можете этого сделать. Были, которые такие слова были, как только скажешь, выходи в скайп, сразу исчезает. Исчезает. Притом такие обещания были, раскланиваются, любезности. Давайте поговорим так, не могу, не могу, всех одинаково, притом шаблон. Я вообще ничего не знаю. У меня нигде нету, чтобы не подписан. Но разные аватары, ники. Зачем? Тут ума не надо. Ясно, что хитрость. Подписать свою фамилию, имя-то могли бы. Нету этого. Ну. Значит так, Сергей, постарайся. Одно предупреждение и... Сейчас сделаю. Вы когда Лену Гладыщук встретите, я ей тоже предупреждал, у нее ВКонтакте, она под чужим именем и фамилией, и у нее на аватарке икона Елены какой-то. И она говорит, что нет возможности заменить. Есть возможность такая, пусть... Нет возможности, значит, заблокируй сама себя, а потом поставь. Это не годится. Мы христиане, всякая ложь от сатаны написана. О, она меня не слушается, понимаете, может ваша она... Не меня, ты выпиши местописание. Евангелие от Иоанна 8:44. Он есть отец лжи. Дальше. Всякая неправда есть грех. Поставь это. За все отвечать. Место 3-4 Писания. Ей будет говорить Господь, а не Сергей Павлович Пупков.
Ладно, с Богом. С Богом тогда, да, конечно.